Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и в сегодняшнем видео мы с вами обсудим такой вопрос, как камуфляжи на танке 10 уровня. Я представлю вам свой топ-10, а вы пишите свое мнение по поводу моего топчика и какие камы заходят конкретно вам. Пишите об этом в комментариях, только не забывайте обязательно перед этим подписаться на канал, поставить лайкос видосу и в своем комментарии указать свой никнейм, если вы хотите участвовать в розыгрыше, который состоится в субботу. Напоминаю всем, будет разыгрываться пропуск на Battle Pass этого месяца. Не пропустите события, приходите на стримчик, смотрите видосы в пределах недели, ставьте лайки, ну и обязательно пишите свои комментарии. Что касается моего топ-10, есть, ребят, на 10 уровне машины, которые обладают легендарными камо, но которые, в принципе, по большому счету, машину не сильно украшают. Некоторые откровенно портят машину, ну а некоторые камуфляжи стоят достаточное количество золота, чтобы можно было за вот такой вот простецкий камо купить себе какую-нибудь, допустим, годную семерочку. Да, бывает, ребята, такое, что камо стоит как годная восьмерка, но это уже для совсем тех ребят, которые очень любят кастомизацию и которые могут себе это позволить. Есть камо, которые реально очень красиво выглядят на машинах, ну а есть камуфляжи, которые не заходят. Есть камуфляжи, в которых разработчики, по-моему, уж слишком переборщили с внешним видом машин. Есть камуфляжи, без которых машина не может обойтись для того, чтобы быть аутентичной машиной, ну либо, допустим, единственной такой в игре, чтобы сразу глядя на нее ты понимал, кто перед тобой находится. Есть камо, которые, безусловно, помогают во время боя скрывать какие-то серые зоны, ну и определенные части кажутся такими, которые не пробиваются или наоборот. Короче говоря, ребят, в игре очень много разных камо на разный вкус и, безусловно, на разный кошелек. Есть те, которые делают машины какими-то более-менее историчными, но с каким-то определенным перебором. Есть же те машины, которые выглядят действительно очень классно, спокойно и строго, если вы их одеваете в что-нибудь вот такое вот простенькое. Но хочется-то чего-нибудь покруче, хочется чего-нибудь получше. И я бы сказал, гораздо интереснее, чем что-нибудь обычное. Может быть, не вот такое вот прям совсем интересное, какими-то вращающимися глазами и открывающимися зубами, но в целом хочется чего-нибудь. И, безусловно, каждый для себя принимает решение, покупать или не покупать тот или иной камуфляж. Ну вот, допустим, на концепте 1B разработчики, немножко не подумав, сделали его крайне красочным спереди, но когда ты играешь на этом танке, ты видишь только барабан и затылок этого орла. Причем орел тоже, прямо скажем, тот еще красавец. Короче говоря, ребят, камо абсолютно много разных, и, как я уже сказал, на вкус и цвет товарища нет. А теперь мои топ-10 на машинах 10 уровня. Я отобрал самые, мне кажется, уникальные и такие камо, которые действительно машину приукрашают. Мне очень понравился камо на Т-57 Heavy. Да, безусловно, ребят, каждый из этих камуфляжей, как я уже сказал, стоит как годная семерка, а то и восьмерка порой. Но все-таки есть, ребята, любители кастомизации, именно специально для них, скорее всего, больше зайдет данное видео. Мне же, честно говоря, камо некоторые очень сильно нравятся, и понятное дело, что если бы не пресс-аккаунт, я бы в жизни не позволил себе приобрести данные камо и показывать их, но, возможно, вы когда-нибудь захотите это сделать на своих аккаунтах. Что касается Е-сотова, который тоже находится в этом списке, он просто обалденно смотрится в камуфляже. Он имеет какую-то такую, знаете, историческую правдоподобность, я бы так назвал. Если, глядя на Т-57 Heavy, ты понимаешь, что это что-то футуристическое и из разряда фэнтези, то здесь, ребят, все строго со стилем и чисто в милитари тематике. То же самое касается гриля 15-го, безусловно, может не во всем, но стилистика просто обалденная, и я, как дикий любитель гриля, ну, действительно, аплодирую стоя разработчикам за вот такое вот вложение в его внешний вид, потому что все другое, что на него можно было одевать, смотрелось куда более худосочно. То же самое, ребят, касается объекта 268/4, ровно как и Т-57 Heavy. Да и вообще создается впечатление, что стилистика где-то переплетается между 57-м и объектом 268/4. Но машина действительно очень классно прорисована. Что мне действительно нравится, что когда ты играешь на этой машине, точно так же, как на 57-м, ты видишь сзади хоть что-нибудь красивое, да? То есть не просто затылок машины, а действительно что-то годное, стоящее, то, что бросается тебе в глаза.
То же самое касается Type 71. Чем заходит данный камо? Тем, что он пускай простой, но на нем есть вот эти вот все дополнительные какие-то обвесы, дополнительные предметы, что добавляет ему какой-то, знаете, такой вот мощности и строгости в бою. Мне лично заходит очень сильно. И пускай его не кисло понерфили, но то, что машина красивая в этом камо, с этим, по-моему, поспорить навряд ли кто-то сможет. Плюс к тому, ребят, очень классно выглядят камо, которые имеют еще и какие-то визуальные эффекты. Да, пускай они не сильно часто там срабатывают, но чем мне зашел камо на BC25T, так это тем, что здесь сзади есть вот такой вот дисплейчик. И в процессе игры здесь еще и меняется изображение. Будем делать зацен данной машины, честный обзор, заодно и посмотрим, как это работает. Но вообще, ребят, вот здесь разработчики как нельзя лучше поработали над тем, чтобы именно тебе, владельцу данной машины, было на что посмотреть. Потому что в большинстве своем камуфляжи в нашей игре рассчитаны на ваших соперников, которые смотрят на вас спереди. Вы-то на себя спереди смотрите только тогда, когда вас в ангар отправили. Поэтому данный камо действительно просто идеален для игрока, который этим камо обладает. Корон 45T со своим уникальным камуфляжом, который не похож абсолютно ни на что. И это одна из немногих машин в нашей игре, на которых, как мне кажется, снежная пушка как нельзя кстати. Потому что, ребят, именно со снежной пушкой, он, точнее не так, снежная пушка сочетается с его стилистикой. Синие цвета переливаются от светлых к темным, и, соответственно, сама снежная пушка с красными какими-то вставками абсолютно нормально совпадает с красными и сине-черными деталями на самом танчике. Выглядит просто обалденно. Что касается СТРВК, то здесь все просто супер. Вот этот вот лазер добавляет какой-то, не знаю, дополнительной, прорисовки и красоты данной машине. Какая-то уникальность в этом есть. Да, безусловно, есть машины, повторяющие данный прикол, но выглядит он действительно очень классно. И здесь точно так же, как в ситуации с Е100, мне нравится то, что машина выглядит довольно-таки исторично и, я бы сказал, реалистично. Хотя не только одной реалистичностью будешь сыт, хотелось бы, конечно, чего-нибудь и эндекова, но этот камо явно будет заходить тем ребятам, которые любят танки именно за то, что это такие себе мощные, крайне крепкие лбы, ну и, соответственно, любят именно военную тематику. Понятное дело, что, допустим, вот такие камо больше заходят ребятам, которые любят что-нибудь футуристическое, но, как я уже говорил, в нашей игре на вкус и цвет огромное количество выбора. Что касается 60TP, я его сюда добавил именно благодаря тому, что, во-первых, срабатывает вот этот верхний обвес довольно прикольно, он является подвижным. Плюс к тому, есть на что посмотреть сзади, тоже есть дополнительные предметы висящие, и машина тоже выглядит довольно устрашающим. Точно так же, как СТРВК, точно так же, как Е100, они действительно выглядят как натуральные танки, на которых можно ехать в реальные бои. Ну и 10 место, но не последнее, а просто 10 в списке, это Минотавр в своем великолепном, просто обалденном камо, в котором выглядит намного лучше, чем машина без него. Если вы смените на что-либо другое, то обратите внимание, машина, ну я бы сказал, теряется. Она просто становится обычной какой-то, я бы сказал, заурядной. А вот если вы ставите на него легендарный камо, да, пускай он стоит как самолет, но машина-то действительно выглядит просто шикарно. Дополнительные обвесы по сторонам, дополнительные предметы, вращающийся радар сверху. Короче говоря, действительно все просто супер. Единственное, что я не понял, так это зачем разработчики сюда поставили сзади вот эти вот две мухобойки. Ладно, смех смехом, я так понимаю, что это то ли какие-то сидения, на которых кто-то должен сидеть, типа как девочку домой на раме подвести. Но в любом случае, даже если их отсюда убрать, танк ничего не потерял бы, но а то, что их сюда добавили, что-то такое как бы добавляет к стилю машины, но я бы сказал, что не очень. Лучше бы здесь были какие-то две дополнительные выхлопные трубы, что ли. Ну, короче говоря, тут уже разработчики как решили, так решили. Наше дело заценить то, что есть. Мне лично очень сильно заходит. Вот такая вот топ-10 подборочка камо на 10 уровне. Ребят, пишите свои комментарии по данной теме. Давайте будем вместе обсуждать те вопросы. И, кстати, ребят, по поводу лазера в бою, вот он реализован еще и на Шеридане. Короче говоря, ребят, на вкус и цвет выбирайте то, что вам нравится, и помните, возможно,
вам лучше вместо камо купить себе дополнительный какой-то прем-танк, а возможно, вам лучше купить камо для того, чтобы больше получать удовольствие от боев. Я поиграл на машинах, которые имеют прикольные красивые камуфляжи, и безусловно, с ними ощущение от боев, ну, какое-то более приятное. Хотя, опять-таки, кто его знает, смог ли я бы себе это позволить, если бы я распоряжался исключительно кровной голдой. Ну что ж, друзья мои, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы данному видео, пишите комментарии со своим никнеймом и жду вас в субботу на розыгрыше. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!